Друзья, всем здравствуйте! С вами я, Ольга Архипова. Сегодня я снова в горах. Поздравляю всех с праздником Вербное воскресенье. Будьте здоровы и всегда на позитиве. Отправляйтесь вместе со мной в горы. Друзья, сейчас я подхожу к знаменитому маршруту, к обезьяньей лестнице. Что это за обезьянья лестница? Это корни можжевельника, называемые обезьяньей лестницей. Сейчас вы увидите ее. Я сейчас подойду поближе. Здесь просто надо постоянно выключать камеру, потому что очень много препятствий различных. Камни, корни. Можно запутаться и упасть. Вот, посмотрите, корни можжевельника. Видите, как они расположены? В виде лестницы. И вот по этим корням я буду спускаться вниз. Там мы видим море, посмотрите. И вот такие горы. Я нахожусь в окрестностях горы Караул-Аба. Ну что, друзья, вперед по этой лестнице из корней можжевельника вниз. Я сейчас выключу камеру, потому что мне нужно будет держаться руками за эти корни и спускаться. Ну что, друзья, я вот спустилась по этим корням вниз. Но мне еще надо будет вот сюда вот. Смотрите, тут такая расщелина. И мне надо туда спуститься. Ну что, я вот спустилась в этой расщелине. Смотрите. Так. И идти надо еще мне вот туда вниз. Друзья, я сейчас направляюсь в долину ада. Название, конечно, страшное, но на самом деле вы сейчас увидите, как здесь красиво. Друзья, пока я шла сюда, столько мне людей попалось. Сегодня выходной день. Праздничный день. Все люди приехали в Новый Свет и гуляют в горах. Вот и я решила пойти в горы. Посмотрите. Слышу снова голоса. Кто-то там, наверное, идет. Вот здесь у нас указатель показывает на кресло Голицына налево, а направо поселок Веселое. Но на кресло Голицына я не пойду. Потому что я тороплюсь, уже вечер, мне хочется сходить в Веселое. Так, друзья, давайте вперед со мной. Не задерживаемся, вперед за мной. Цветы здесь растут, посмотрите. Вот, видите? Красота. Да, здесь, конечно, снимать очень трудно, потому что постоянные спуски. И еще они такие опасные. Так что мне придется все время выключать камеру. Ну вот, друзья, спустилась я и продолжаю свой путь. Мне снова встретились люди, которые здесь отдыхали. Тоже ходили в Веселое. Я у них спросила. Так, вот так, друзья, вот здесь мы идем с вами, вот она, долина ада, посмотрите, сейчас я здесь еще раз спущусь и покажу вам поближе, что тут находится. Посмотрите, здесь тоже растет асфаделина, посмотрите, желтая. Только начинает распускаться. Видите, еще как бы не все цветочки распустились. Вот. Это дерево фисташка. Вот какие почки на нем. Посмотрите, на этом дереве. Ну, идем дальше.
Ой, посмотрите, сколько здесь асфаделины. Какая здесь красота. Посмотрите. Вот она, красавица. Здесь так тихо, друзья, вообще. Прекрасно. Посмотрите, как красиво. Сколько здесь цветов. И вот еще желтенькие цветы. Посмотрите. И шмели летают здесь. Красота. Тут столько много камней. Посмотрите, нагромождение камней. Видите? Вот такая тишина. В далекие времена здесь первое поселение Крыма, тавры, ставили менгиры. Преклонялись богам, своим богам. Это менгиры, это преклонение богам. Также у них здесь были дольмены. Но уже в советское время здесь мы не наблюдаем ни менгиров, ни дольменов. Смотрите. Так, идем дальше. Сколько здесь асфаделины, друзья, ну красота, ну просто красота. Здесь есть такое ущелье, посмотрите, называется оно холодильник. Посмотрите, здесь всегда в любое время года дует очень холодный ветер. Хоть летом, хоть зимой, хоть весной, отсюда всегда дует холодный ветер. Поэтому назвали эту расщелину холодильником. Там глубокая она такая. Можно даже спрятать что-то, и оно будет охлаждаться. Я так думаю, что тавры прятали здесь куски мяса. Служило им холодильником. Ох! А здесь, смотрите, что... Посмотрите, сколько здесь асфаделины. Вы посмотрите, что делается. Вы посмотрите, какая красота. О, целая поляна. Посмотрите, посмотрите, что делается. Я вам увеличила изображение, чтобы вы увидели. Посмотрите, сколько ее здесь. Как красиво. Видите? Друзья, надо приезжать в это время года и ходить по горам. Летом очень жарко, хотя у нас экскурсии круглый год. Ну а сейчас вообще прекрасно, когда распустились вот эти цветочки. Посмотрите, какая красота. Это просто бомба. Смотрите, смотрите, среди деревьев, смотрите, смотрите. Деревья еще не распустились, а цветы уже есть. Красота. Вот они, вот они. Кто знает название, друзья, напишите мне. Он похож на бурачок, но это не бурачок, я думаю. А может, я сомневаюсь. Смотрите. Вот листья. Вот листья. А вот цветы. Посмотрите. Вот какие здесь горы находятся. Это окрестности горы Караул-Аба. Снова я слышу голоса. Наверное, еще кто-то здесь гуляет. Ну что, друзья? Наш путь сегодня лежит в поселок Веселое. Не знаю, успею ли я дойти, потому что уже вечер. Но мне так хочется. И раньше у меня не получилось никак сходить сюда. Пришлось вот сейчас идти. Давайте, друзья, поторопимся, чтобы нам успеть все посмотреть. Что же у нас весной изменилось? Конечно, изменилось. И воздух, и небо. И цветы появились. Ну, будем ходить и наблюдать. Ну что,
Я вижу, туристы куда-то полезли, посмотрите. Вот туда наверх. Там, конечно, опасно ходить, но не знаю, для чего они туда пошли. Мы идем дальше, друзья. Сейчас пройдем вот сюда, в это узкое место. Оно здесь узкое такое. Вот. Вышли мы из этого узкого места. И идем дальше. Друзья, вот посмотрите, это пик Космос, только с обратной стороны. Мы с вами там были. И когда были в Райской долине, вам я показывала этот пик. Вспомнили? Теперь я иду, друзья, по нижней тропе, ближе к морю. Здесь мы будем смотреть и на море. Посмотрите. Солнышко то прячется, то выходит. Ну ничего, все равно картинку нам не портит. Вперед, друзья. Смотрите, там в море мы видим сухогрузы. Видите? А вот там, посмотрите, побежала ящерица. Видно вам? Вон она, зелененькая. Прям я иду, а она мне под ногами выскочила и помчалась. Смотрите, вот это чудо-дерево. Я вам когда-то снимала осенью. Видите, я снова подошла к нему. Какое оно интересное. Ну вот там, смотрите. Сухогрузы в море. Видите? Один, второй чуть дальше стоит. А этот идет. Мыс Айфока. Посмотрите. Это мы видим отроги пика Космос. И идем дальше, друзья. Везде предупреждающиеся знаки. Осторожно, камнепад. Так что надо быть осторожным. Смотрите, а там мы видим, как катер проводит морские прогулки. Из Нового Света в Веселое и обратно. А помните этот силуэт? Я вам снимала осенью. Вот он сейчас вот так выглядит. Ну, солнце спряталось. Уже ближе к вечеру, друзья. Но все равно интересное изображение. Катер плывет, смотрите. Вот такая здесь природа. Еще раз вам покажу. Мыс Айфока там на горизонте. Посмотрите. Мы сейчас скоро с вами подойдем в Кутлакскую, или по-новому она называется Веселовская бухта. Ну а это желтая акация, друзья. Тоже уже начинает цвести, посмотрите. Ну что, друзья, я еще продолжаю идти. Смотрите. Всю дорогу я вам, конечно, не снимаю, потому что это занимает очень много времени. Так, отдельные промежутки вам снимаю. Вот так. Смотрим на море. И скоро мы придем в Веселовскую бухту. Ну что, смотрите, вот она. Веселовская бухта все ближе и ближе. Я еще подойду ближе, друзья. Так что вот так вот. Любуемся пока. То, что здесь находится. И мы придем с вами в Веселовскую бухту скоро. Торопимся, друзья, вечер.
Посмотрите, здесь молодые шишечки уже появляются на сосне Судакской или Станкевича сосна. Так она называется. Вот они, молодые шишечки. А вот там в море я вижу, как солнышко отображается в воде. Посмотрите, видите? Такое серебряное пятно. Красота. Вот еще вам морюшка. Посмотрите. Ух ты, опять можжевельник, который когда-то я вам снимала осенью. Посмотрите, какой у него ствол, как завитушечки. Вон, видите, как он завернут. Красивый можжевельник. Ну что, идем, друзья, дальше. Торопимся. Нам нужно успеть в Веселовскую бухту. А вот смотрите, это скала Топор. Видите? Она похожа на топор, смотрите. Ну что, друзья, продолжаем наш путь. Вот, уже скоро мы придем на пляж Веселовской бухты. Вот так, друзья, вдоль побережья я иду в Веселовскую бухту. Красота, любуюсь этими видами. Камни такие скользкие. Надо быть осторожной. Как вам виды, друзья? Красота. И тихо. Только море плещется. Ну вот что, друзья, мне осталось вот такое расстояние, посмотрите, и я уже буду близко к воде. Вот и, друзья, уже спустилась со своей тропы, смотрите. И давайте пройдем на пляж. Здесь камни, но мы с вами пройдем на пляж, где есть песочек. Давайте я вам покажу здесь это место, где расположены камни. Вот там мы шли с вами, вот по той тропе, смотрите. И сейчас придем на пляж, где есть песок. Вот туда. А это, друзья, смотрите, мушмула, что ли. Вот она, смотрите, здесь она не распустилась еще, а там я вам впереди показала распустившийся цветок. Скорее всего, это мушмула. Ну вот, друзья, я на пляже поселка Веселая. До 45-го года поселок Веселый называлась Кутлак. Посмотрите. Такой здесь песочек, смотрите. Песочек. Видите? Это песочек. Пройдемся по пляжу. Полюбуемся, послушаем шум волны.
Какое наслаждение, друзья, ходить по берегу моря и дышать этим морским воздухом. Какая красота! А запах, запах йода. В этой части, ближе к горе Караулаба, пляж размытый, видите, камни на пляже раскрытые. Ну а сюда мы идем, здесь нормальный пляж, без камней. А водичка какая прозрачная. Видно все камушки на дне. А вот там, смотрите, на вершине горы мы видим Боспорскую крепость. Крепость Асандра называется. Не знаю, как туда добраться, друзья. Я еще туда не ходила. Сейчас, если найду дорогу, я поднимусь на нее. Смотрите, видите, вот там крепость на вершине. Так высоко, пока я не наблюдаю дороги. Сейчас пройду еще вперед и посмотрю, может, там есть дорога к этой крепости. А пока иду я, друзья, поснимаю вам в море. Здесь на берегу расположены гостиницы, посмотрите. Пляжа веселая. Здесь такая хорошая тропа, дорожка уложенная. Смотрите, по ней удобно идти. Сейчас я посмотрю, пройду по ней, куда она меня приведет. Ну что, друзья, попробую я подняться вот сюда наверх. Посмотреть отсюда виды, какие открываются на море. Друзья, вот эта дорога ведет к крепости 1 века до нашей эры. Смотрите, все-таки я нашла, как к ней подняться. Сейчас я через 200 метров буду там. Ой, да. Наконец-то. Тяжело подниматься, но я поднялась. Вот, друзья, еще немножко, и я окажусь возле этой Боспорской крепости. Да, высоко. Ну вот она, друзья, Боспорская крепость. В 1 веке была построена до нашей эры боспорским царем Асандра. Так эта крепость и называется. Крепость Асандра. Смотрите, кажется, она очень большая. Давайте пройдемся. Здесь сохранился фундамент на этой стороне. Посмотрите, а там стены немного повыше, 1,5-2 метра. Служила эта крепость как оборонительная, защищала море от набегов тавро-скифов. Вот так вот. Чтобы пираты сюда не заходили. Эта крепость была наблюдательным пунктом. Посмотрите.
И вот так отсюда видно море. Смотрите, когда я шла по берегу моря, я поднимала голову и показывала вам эту крепость. Вот она. Вот сохранились ее стены. Посмотрите, сложены они из местного камня песчаника и сланца на известковом растворе. Смотрите, здесь где-то 2 метра сохранилось этой стены. Смотрите, вот здесь такие, видимо, были комнаты, разделенные между собой. Смотрите, вот одна. Так, смотрите, одна комната, потом другая. Находится Боспорская крепость на западной стороне горы Караул-Аба. Вот так вот. Смотрите. Здесь мы видим камни, здесь велись раскопки. Вот посмотрите. Очень много здесь отделений или комнат, как можно их назвать. В каждом углу этой крепости стояли башни, но они не сохранились. Где-то 2-этажные башни были. Сейчас мы только видим развалины. Вот так выглядит башня, крепость со стороны Караул-Аба. Смотрите. Может, вы когда приедете сюда, тоже придете. Очень интересно, друзья, в этом месте. Как будто пребываешь в том времени. Интересно вам, друзья? Мне очень интересно. Я узнала еще об одном историческом месте. Здесь тоже была башня, но уже ее не осталось. Так что, друзья, в каждом углу были башни 2-этажные. Вот еще посмотрите, сколько здесь комнат было в этой крепости. Сейчас растут здесь деревья, выросли за столько времени, прошло.
Смотрите. Вот такая Босфорская крепость Асандра. Друзья, когда вы придете на наши экскурсии, вам экскурсовод все более подробно расскажет. Вот. Остались теперь только развалины, видите? Ну, это место считается теперь как культурное наследие. Вот такая большая территория этой крепости, посмотрите. Да, со всех сторон было видно море. Так что наблюдали, чтобы ни один враг не зашел на эту землю. Ни тавры, ни скифы. Смотрите. Вот так. Сколько уже увидела эти стены. Сколько прошло времени, друзья? Первый век до нашей эры. Представляете? Сколько лет стоят эти стены? Сколько они уже увидели за свое время? Вот это да! И что интересно, в этом месте сохранились стены. Посмотрите. Так вот, друзья, сегодня мы с вами прошли через окрестности Караул-Аба, Веселовскую бухту и побывали на Босфорской крепости Асандра, которая находится в поселке Веселое. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь в соцсетях, комментируйте. На этом я буду заканчивать. Мне нужно возвращаться домой. Друзья, всем мира и добра. До новых встреч. С вами была Ольга Архипова.